Всем привет из Крыма, привет из такого несолнечного Судака. Сегодня просто решил вам показать погоду, нашу такую серую погоду, такую предштормовую, серую в облаках. Вот-вот начнется дождик, температура воды, температура воздуха для вас, как всегда. Показываю для вас море, как у нас вот второй месяц весны, можно сказать, почти середина. А такая теплая, настоящая солнечная весна никак не начнется. Но зато будет, наверное, больше цветов, так как идут дождики, вода нам нужна. Там всякие ролики у меня по количеству воды сейчас в Крыму, и они очень нерадостные. Поэтому мы, в принципе, рады, что жара никак не начнется. Хотя должно море прогреться, чтобы когда вы, отдыхающие, к нам приехали, уже море было теплое. Но давайте запасемся немножко водой лучше. А потом быстренько включим режим жесткой жары и будем купаться, будем есть чебуреки, будем есть черешню, арбузы, персики, крымское вино пить. А пока, вот пока у нас все серо, кого интересует, какая погода в Крыму, как к нам подходит туристический сезон 2021, просто смотрим на море, смотрим на нашу погоду, облака, море, волны. Привет из Крыма, привет из Судака.